И надо поблагодарить Бжезинского, когда он совершенно точную, я подпишусь под этой фразой, вот пожму руку Бжезинскому, говорит: вы разберитесь, ваша или наша элита управляет Россией. Потому что в наших банках, говорит Бжезинский, я его цитирую, лежит 500 миллиардов долларов, принадлежащих вашей элите. Так ваша или наша эта элита, говорит господин Бжезинский.